Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем изучать технику монотипии. Для работы нам понадобится масляная краска обезжиренная на салфетке, перчатки для работы, чтобы руки не испачкать, салфетка для протирания поверхности пластика, скотч для закрепления пластика на поверхности, валик для раскатывания масляной краски по поверхности, гуашевые краски для работы, акварельные краски для работы, вода для разбавления гуашевых красок и акварели, разбавитель для масляной краски, ножницы для работы со скотчем, подготовительный материал для одного из видов работы в технике монотипии. Крышка от дисков тоже для работы. Кисточки различных размеров для работы в технике монотипии. Одну из техник мы можем называть копия осенних листьев. Составляем композицию из подготовленных осенью кленовых листьев. Затем сверху очень осторожно накладываем пластик. И для того, чтобы он не двигался, закрепляем его по краям бумажным скотчем. Закрепили. Наносим по форме листьев, по составленной композиции, наносим гуашевыми красками цвет. Если какой-то цвет не соответствует листику, значит, вы, может быть, придумываете свою цветовую гамму и решение листа. Мы можем одним цветом нанести, а затем поверху нанести другой цвет для того, чтобы цвет листьев был более сложный и интересный в конечном итоге, в конце нашей работы. После каждого цвета надо кисточку вымыть тщательно в воде. И следующий листик покрываем таким образом, что хорошо в этом виде выполнения монотипии, что не надо ни красками, ни карандашного подготовительного рисунка для композиции, а листики своим цветом нам подсказывают о состоянии осени, осеннего леса, осеннего парка. Наносим произвольно, не стараемся повторять один к одному. Надо стараться наносить окончательные штрихи по форме листика от краев листа к центру. Тогда он будет еще больше подчеркивать форму кленового красивого. Если нет
необходимого света, его можно на палитре составлять, а можно непосредственно на самом листе. Они будут сразу получаться цвет смешанный с предыдущим цветом. Это тоже будет давать эффект. Самое главное стараться не затягивать для того, чтобы успеть до того, как краска высохнет. Иначе отпечаток может получиться не очень интересным. Для того, чтобы подчеркнуть форму листа, можно по нанесенной краске обратной стороной кисточки провести прожилочки. Я подготовила тонированный лист, немножко увлажнила водой для того, чтобы получился очень хороший отпечаток. Осторожно прикладываем, чтобы лист не двигался, и начиная со середины, очень осторожно разглаживаем по краям, по углам, по горизонтали и по вертикали. Очень осторожно, чтобы лист не двигался. Если вы хотите, чтобы еще больше краска на композиции смешалась, можно лист, который приложили, придерживая пластик, сместить влево или вправо, вверх или вниз. От этого будет зависеть ваша композиция. Я вот сдвигаю немножко вниз. И аккуратно один конец придерживаем, он и сам хорошо держится, и снимаем получившуюся композицию. Мы убираем эту и переворачиваем, и кладем работу. И смотрим. Нам необходимо какую-то доработку выполнять в этой композиции или нет? Если мы хотим сделать у листика хвостики, добавить или, может быть, еще какие-то веточки добавить, мы можем по этим уже отпечатанным листикам добавить какую-то веточку для усиления композиции. То есть можно это выполнять не обязательно отпечатывая в технике монотипии, а можно потом дорабатывать сверху по работе больше будет видна форма и направление и красота осенних листьев. Теперь наша работа готова. Мы ее можем оформить в красивую паспорту, в рамочку и подарить или повесить в интерьер. А сейчас я вам представлю еще один способ изготовления монотипии. Закрепляем пластик
на основе. Затем валиком обезжиренную масляную краску наносим на поверхность пластика, равномерно раскатывая до однородного состояния. Поверхность подготовлена. На подготовленную поверхность кладем лист бумаги. Стараемся пальцами, руками поменьше к нему дотрагиваться, потому что там, где дотрагиваются пальцы, там получится отпечаток. И наносим задуманный рисунок. У меня будет цветочная композиция. Если мы хотим, чтобы где-то оставался фон после нанесенного контура, мы можем рядом с каждой нанесенной формой, в данном случае рядом с листьями, рядом с цветами, провести вокруг них, и таким образом отпечатается фон нанесенной масляной краски. Аккуратненько снимаем лист бумаги. Вот у нас получился такой рисунок. Затем берем подготовленную прозрачную крышечку, наносим на нее цветок, похожий на тот, который мы нарисовали. Он может не совпадать, но в этом тоже будет заключаться свой дополнительный эффект. Этот вид монотипии похож на печать, на штампики. И прикладываем к цветку и аккуратненько прижимаем. Эти лепесточки будут, какую сторону прижмете, они будут увеличиваться и совпадать к тем лепесткам цветка, которые вы изначально контурно сделали. Аккуратненько снимаем крышку. У нас получился вот такой цветок. Переворачиваем и прикладываем к контурному цветочку, который мы подготовили до этого. И аккуратненько прижимаем. Прижали, затем, не сдвигая, аккуратно один конец придерживаем, одну сторону, другую сторону снимаем. По этому же подготовленному предварительно другому цветочку можно сверху нанести желтый цвет и прикладываем к следующему цвету. Надо прижимать немножко посильнее, чтобы оно хорошо отпечаталось. Придерживаем лист, другую сторону приподнимаем аккуратненько и снимаем. Чтобы нам отпечатывать листья, нам надо смыть краску с пластика. Наносим на пластик наш будущий, форму будущего листа.
прикладываем на контурный листик подготовленный и тоже аккуратненько прижимаем. Приподнимаем. Если вам ваша композиция не нравится и вы хотите доработать еще что-то, что было более ярко, интересно, можно это сделать кисточкой поверх подготовленному и выполненному через способом монотипии композиции. Серединочку цветочка мы можем Монотипия готова. Этот мастер-класс для вас подготовила и провела Буровкина Людмила, профессор, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой живописи и композиции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.